Если вы хотите зарабатывать на текстах, то вообще вам нужно 4 шага сделать. Шаг первый. Вам нужно изучить базу, то есть изучить вот эти вот базовые принципы. Они везде одинаковы. Лучше всего это сделать, если у вас есть профессиональный наставник или, ну, там, на каких-нибудь курсах с профессиональной обратной связи. Шаг второй. Вам нужно выбрать специализацию. Многим кажется, что, ну, в текстах я могу достичь успеха везде. На самом деле это не так, потому что в текстах огромное количество специализаций. Там есть писательство, гострайтинг, рекламный копирайтинг, SMM, посты для соцсетей, рассылок, сценарий, прогревы для курсов, короткие ролики, да, то есть огромное количество всего. Поэтому вам нужно выбрать, в какой специализации вы хотите стать самым крутым. Шаг третий. Вам нужно найти первых клиентов. Возможно, для начала нужно сделать какие-то кейсы, да, без оплаты. Потом, когда вы поймете, что вы уже делаете что-то прям нормально, хорошо, можно уже устанавливать свою цену, ту цену, которая вам комфортна и которая соответствует рынку. И четвертый шаг, когда вы уже поймете, что все, я молодец, мой доход сопоставим с тем доходом, который я получаю в найме, вы можете увольняться со своей нелюбимой работы.